бросаешь? Ёпа-попа. Трубку что бросаешь? Ёпа-попа. Ты бросаешь трубку. А что ты психуешь-то, ёпта? Слышишь, любимая? Это самое. Короче, тут папарацци меня заебали, блядь. Возвращайся обратно, короче. Да. Придешь обратно? Точно? Приходи обратно. Потому что я не могу уже смотреть на эти две морды мужские, блядь. Я хочу на твое лицо посмотреть. Все, я жду тебя, любимая моя. Московская женщина. Алло! А, блядь, она трубку бросает, сука. О! А, алло! Привет, моя зайка. Привет, моя злата. Что? Мы же здесь, мы сидим здесь. Придете? Придете? Да ладно. Кажется, что я фотоаппарат. А счет оплатить ее. Я пошутил. Блядница. Не. Это самое. Не обостряйся на этой шутке. Слушай. Короче, я тебе позвоню завтра или сегодня. Все. Куда вы идете? Ёпта, идите домой нахуй. Алло, привет. Оставайтесь на линии. Ну давайте выпьем за женщин, что ли, нашей тесной мужской компании. Коммуночка и врепадочка. Будешь, брат? Уходи. Да. Я вообще не пью. Кофейник. Правильно, Стас? Видишь, какая хуйня с нами произошла 8 часов. Да, я говорю, потом уже звоню. Коммуночка, репадочка, тёлки номер телефона берут, суки. А это папарацци съебал. Алло, слушай, позови её, пожалуйста, а? Ну чем она занята? Позови меня. Каким действием? А через 8 можно звонить? Только в ней влюбился. Опять, блядь, шрам на моем сердце, сука. Организовался.